Рад приветствовать вас, друзья. Сегодня хочу показать вам, как вывести свои ноткоины через Telegram-кошелек. Для этого захожу в кошелек через бот. Как видим, стоимость одного ноткоина на сегодня почти 1,5 рубля. Далее перехожу во вкладку P2P Market. Выбираю банк, который мне наиболее удобен. Затем выбираю валюту, в данном случае рубли, и сумму, которую хочу получить за продажу ноткоинов. Затем система находит покупателя на эту сумму. В графе «Метод оплаты» добавляю номер своей карты, проверяю реквизиты и указываю количество нот на продажу. Жму «Далее», и вот уже формируется сделка. Покупатель должен подтвердить сделку в течение 10 минут после ее создания. Все внимательно проверяю и нажимаю «Создать сделку». Денежные средства от покупателя должны поступить в течение 15 минут. Итак, покупатель оплату подтвердил, и я проверяю, поступил ли мне платеж на карту. Да, все пришло в полной мере, и я подтверждаю платеж. Всем спасибо за внимание. Всем пока.